евпаторийский трамвай – одна из трех систем в России с использованием колеи 1000 мм. В декабре 1912 года в Евпатории начали строить трамвайное депо. Летом следующего года начали строиться и первые три участка трамвайной линии. Центральный – Гортеатр Симферопольская улица, Дачный – Гортеатр улица Маяковского и Майнакский – Гортеатр Грязелечебница. 31 марта 1914 года была совершена пробная поездка, и 10 мая первый рейсовый вагон вышел на евпаторийские рельсы. Протяженность первой трамвайной линии составила 4,5 километра. К 1917 году было уже три линии. На них работало 14 новеньких электрических вагонов фирмы Westinghouse, двухосные моторные с двумя кабинами управления. В 1918 году, во время Гражданской войны, движение трамваев по городу было остановлено. Движение возобновилось лишь в 1923 году. В 1926 году была проложена линия к железнодорожному вокзалу, которая сейчас используется маршрутом номер 3. В период немецкой оккупации Евпатории с 1941 по 1944 годы трамвайное движение было вновь остановлено. В 1944 году движение было частично восстановлено, а полностью ремонт трамвайных путей был завершен к 1952 году. В 1957 году в Евпаторию поступают вагоны из ГДР, двухсторонние ГОТА Т-57 и Б-57. В 1987 году поступают новые вагоны Татра КТ-4СО. Всего до распада СССР в Евпаторию поступило 15 вагонов данной модели, закрепленных за маршрутом номер 1. Будущее трамвайного сообщения в Евпатории остается неопределенным, так как за 25 лет трамвайное хозяйство пришло в упадок. Его восстановление требует больших финансовых вливаний. За последние 20 лет в Евпатории основным транспортом стало маршрутное такси, и все платежеспособные пассажиры сделали выбор в пользу маршрутки. А трамваем пользуются в основном льготные категории граждан и небольшое количество туристов. Не первый год местные предприниматели пытаются отобрать территорию трамвайного парка, которая находится возле самого моря, под строительство гостиницы и яхт-клуба.